День добрый всем. Александр, Алексей, Игорь. Для вас ответ на вопрос, что я сейчас буду производить и что, как это будет все выглядеть. Всем, кто меня знает, всем, кого я знаю, день добрый. Ну что ж, в общем, сдвиг настал. А это D2 сталь намецкая. То есть самые намецкие, что ли, прям вот не наесть. В общем, это та же H12MF, но по составу проверяли ее на химанализе. То есть поинтересней. Но это не всегда так случается. Бывает, что и H12MF повеселее выдает данные. Но как-то вот в последнее время у меня не получается найти такую полноценную, и пришлось взять D2. Так как она вот с той сталью, которая сейчас H12MF, конкурирует по характеристикам, то есть по качеству. Это вот шаблончик у меня давно уже лежит. Это гравюра труд Вача. Вот такой вот у меня шаблончик. Я не стал делать прям ровно копию. Четко копию не стал делать. Почему? Объясню сейчас. Ну, в принципе, как не стал делать? Это и есть копия, видите? Разница вот. Удлиненные хвосты. Это, то есть, как бы по просьбе трудящихся, можно так сказать, можно так это назвать. Есть такие у меня просьбы, чтобы хвосты подлиннее. Вот, давайте их выложу. Вот они все, которые подлиннее. Это вообще отдельная песня. Это вот те, что покороче. Вот так вот. То есть, получается, это я вам сейчас произвожу труд Вачу, но в исполнении уже 21 века. Совсем другими характеристиками. То есть, если сейчас я просто вот сделаю из них бритвы, просто без термообработки, то вы получите, по сути, труд Вачу. Только там не было такой стали D2. И даже H12MF. Вот. А тут вы в итоге получаете ту же труд Вачу, всеми любимую, но с такими характеристиками, что то есть, уже выше просто будет некуда. Выше только звезды. И вот одну такую вот забахал. Тоже труд Вача, но вот с таким вот эрликом. Ну, тоже, конечно, все еще изменится. Там 25 раз конфигурации тут. После, то есть, во время обработки все это меняется, все это еще разруливается в разные стороны, и тут много чего еще изменится. Ну, в общем, вот так вот. То, над чем я сейчас начал плавно работать. Плавно потому, чтобы не было никаких ошибок, не было никаких там, ах, там, блин, надо было вот, а я вот так вот, чтобы не было. Процесс работы, наверное, не буду показывать, потому что сейчас будет долго, кропотно, я буду сейчас тут себя размечать еще много чего, потом буду все это сначала подгонять под разметку, потом от разметки буду уже отходить, начинать грязную обдирку такую, то есть потом уже после обдирки выравнивание обдирки, потом начальная шлифовка и там прочее, в общем, вся канитель понеслась там дальше. Поэтому, я думаю, тут будет просто нудное видео, и поэтому я его показывать не буду, да и вообще не вижу даже в этом смысла, потому что всегда интересен результат. Надеюсь, что результат получится отличный, и надеюсь, что ни одна бритовка не выйдет из строя, и все, как говорится, до финишной черты доберутся. Все, спасибо за внимание. Пока что все. А что дальше еще будут делать на следующий будущий? Я вообще просто боюсь уже загадывать. Ну, там много планов, много вариантов, много моделей. Поэтому загадывать точно не буду, потому что явно не сбудется. Это уже прям вот замечено уже просто. Поэтому промолчу. Все. Спасибо за внимание. Всем добра. Удачи, счастья. Денег. Пока. Увидимся.